что, забыла про нас? Тебе скучно? А ну попробуй пройти наш квест. Уверена, ты не продержишься до 6 утра. Нам надо срочно посмотреть в гугле, как пройти 5 ночей. Так, я вбиваю. Так, как пройти 5 ночей в гугле. Никто не знает, Валерий. Валерий, ты рюкзак на завтра собрала в школу? Собрала. Кто здесь? Ты что, забыла про нашу игру? Скорее доигрывай в нее! Что? Не может быть! Ну что, Валерий, ты все положила в рюкзак? Валерий, ты что, набрала кукла-клон в школу? А ну не надо, доставайся! Пинки опять позвонила! Как? Нам надо пройти все 5 ночей! Тогда они освободятся из игры! Валеришка, привет, ребята! И у нас сегодня с вами продолжение 5 ночей с пони. Если вы помните, мы не смогли пройти вторую ночь. На нас выпрыгнула тогда кто? Эпплджек. Помните? И еще раз на нас кто там выпрыгивал? По-моему, Флаттершай. Но мы сегодня настроены, чтобы пройти вторую ночь. Помогите нам, ребята, поддержите нас, ставьте свои пальчики вверх. А что, мы обиделись? Поняшки наши где-то тут еще спят. А ну давайте посмотрим, кто первый раз нас смотрит сейчас. У нас есть камеры. Видите, у нас справа написано «Вторая ночь, 12 часов ночи». И нам с вами надо продержаться до 6 утра. Вот, смотрите, Пинки Пай. И все, и больше никого. Уже все сбежали. Флаттершай нет, Искорки нет. И Эпплджек нет. Но у нас в этой ночи просто очень быстро терялась сила. Смотрите, вот там внизу нарисованы циферки 94. Как только... Ой, Лёнтя, они все здесь уже. В пятой камере Искорка. Так, Флаттершай какой была? Кто-то заметил? Нет. Я так быстро клацнула, что даже не увидела. Когда мы смотрим в камеру, у нас очень быстро теряется сила, поэтому нам надо максимально не смотреть туда, чтобы мы не проиграли. Давайте попытаемся продержаться. Нам просто необходимо выиграть этот челлендж у этих поняшек. Какая? Вообще никого не было? Так, Искорка, у нас уже близко вторая камера. Она может сейчас к нам подойти. Так, смотрим. Шумит. Слышите? Искорка. А кто-то нам писал, что это шумит, по-моему, Эпплджек нам говорили. Так, сейчас к нам придет Искорка. Я вам чувствую, вот слева она обычно. Справа у нас Флаттершай. Так, смотрим. А я не знаю, кстати, где будет Пинки Пай. Интересно. Так, ну что же делать? Ребята, 87%. У нас только час ночи. Держимся, ребята, держимся. Так, 86%. Так, справа, слева, в камеры нельзя где смотреть, все? Иначе мы силы потеряем. Где все? Не знаю, но вначале наши поняшки появляются в этом окне, видите? А потом уже приходят к нам. Так, поэтому мы сейчас с вами будем внимательно следить за окошками. Ну уже давай, время, пожалуйста, быстрее иди, ну пожалуйста. Так, 84%. Справа и слева никого. Дверку закрывать нельзя, потому что мы потеряем очень много сил сразу. Ну что, посмотрим, может быть, в камеры, ребята, что делать? Они сейчас придут, а мы даже в камеры не можем посмотреть. Силы не хочется терять. Видите, как мы сидим? Час ночи, если мы никуда не смотрим, у нас, смотрите, сил как много. 84, как было, так и осталось. Так, смотрим, там вроде ее нет. Так, Искорка вроде бы ушла. Так, 83. А, Флаттершай! Быстрее закрыли дверку, ребята, сидим. Так, сидим спокойно, 81%. Мы начинаем терять силы. 2 часа ночи, ребята, мы продержались уже 2 часа. Нам вон она сидит в окне. Искорка! 78, все, мы сейчас, смотрите, у нас красное даже появилось значение, потому что мы начали очень быстро терять силу. Так, Флаттершай, по-моему, ушла. Так, смотрим Искорку. По-моему, тоже, да, ушла. Так, все, закрыли двери. Фу, сидим, ребята, сидим. 2 часа ночи, 2 ночь. 77%. Что это за звук был странный? Кто? Мне уже этот звук не нравится, ребята. Это что-то... походу поняшки копытами стучат. Слышите? Это какой-то плохой звук. Это может быть Пинки Пай придет? Слышите? Даже не хочу в камеры смотреть. Мне даже смотреть в камеры страшно, ребята. Странный звук. Ой, как что-то такое странное, ребята. Что это происходит? Валерий, как я думаешь? Я не знаю. Это, наверное, какая-то поняшка такой звук издает, да? Да. 74, ребята, 73, 2 часа ночи, ну уже быстрее, часики, быстрее бы уже было 3. Флаттершай, закрывай дверь. Так, 272, слева, сейчас придет еще Искорка.
Так, мы теряем силу, теряем силу. Так, Латаша ушла. Так, смотрим. Смеется, слышите? Ребята, кстати, хотели вас спросить. Помните, мы играли в 5 ночей с эмоджи? Но нам пришлось эти ролики удалить. Хотите, мы еще раз поиграем в эту игру? Кто хотел бы увидеть 5 ночей с эмоджи, ставьте свой пальчик вверх и пишите в комментариях, поиграйте в эмоджи. Тогда мы будем знать, что вам хочется опять их посмотреть. Кто видел, конечно, эти серии? Они были очень классные, правда, Валерий? И страшные. Страшные? Ну, чем они страшные? Так, смотрим камеры. Раз. Что за звук? Флаттершай! Проиграла! У тебя осталась последняя попытка! Если вы не пройдете вторую ночь, вы застанете в игре вместе с нами. Ребята, последняя попытка. 2 часа. Вторая ночь. 12 часов ночи. О, искорка. Искорка уже здесь. Так, приготовились. Я вообще не знаю, когда она успела, если честно. Мы только заглянули в камеру, а она оказалась уже рядом. Да? Не дала нам одной секунды закрыть дверь. Так, хорошо. Мы настроены с Валерией, что все-таки мы сможем победить этот квест. А что ты в ту дверь не смотришь? В ту дверь тоже сейчас посмотрю. Просто в этой двери сейчас искорка рядом, и я переживаю, что она на нас выпрыгнет. Так, смотрим. Есть? Нет. 93. Есть? Нет. Нету? 12 часов ночи. Так, 92. Смотрим. Искорка стоит. Да иди же ты уже погуляй. Угу. Ну, иди, Искорка, уйди, иди, иди. Флаттершай далеко, видишь? Флаттершай мы еще туда не смотрим. Флаттершай далеко. Она там сидит, а мы должны найти Искорку. Потому что Искорка, ты видела, как она выпрыгнула неожиданно? А где Пинки Пай? Кстати, где Пинки Пай? Может, она в третьей ночи будет? Так, Флаттершай потеряли. Флаттершай, Флаттершай, где же Флаттершай? Ну что же делать? Да, в дверь, ту, смотри, так, смотрим, смотрим. Искорки здесь нет. А где все? Вообще стоп. Никого нет. Стоп, а где все? Не знаю. Где все? А куда смотреть, вправо или влево? 88 и час ночи, ребята. Шумит. Опять эта искорка идет к нам? Так. Или Эпплджек? Так, выходи. Поняшка, кто там сидит, прячется? Может быть, этот знак означает звук, что они близко, и надо закрывать дверь, ребят. Так, напишите, смотрим. В комментариях, что этот звук обозначает. Так, камера в этих никого, а в этой тоже. Смотрим, значит, вот так, выглядываем, ждем искорку. Так, стоп, может быть, не только искорку надо ждать, может... Эпплджек тоже с этой двери выходила, помните? А сейчас, может, Флаттершай выпрыгнет, а ты не успеешь. Флаттершай пришла поближе, но еще далековато. Видите, она еще сидит. Можно еще пока не смотреть ее дверь. А вот искорка уже... Она может искорка неожиданно. Просто, да, она самая... Видите, вон она стоит. Мой Флаттершай. А где Пинки Пай, кстати? Даже не знаю, ребята, где ее искать. Так, что же... Вот, Флаттершай уже близко. Так, Пинки Пай, где же ты? Где же Пинки? Ребята, час ночи. Так, время медленно идет. Так, Флаттершай близко, близко, Флаттершай, искорка близко. И Флаттершай близко. И непонятно, где Пинки Пай. И где Эпплджек? Если она у нас выпрыгивала, помнишь, в первой ночи, то есть нет, вариант... во второй ночи. А, это во второй, а, да, ребят, это во второй. В первой же вообще никто не выпрыгивал. В первой же все сидели. Так, сидим спокойно. Поэтому она не такая легкая. Вон, Флаттершай! Так, тихо. Я же говорила. Я говорила, да, что она тоже приходит неожиданно. Я же говорила, что она может подобраться, а ты смотрела только на искорку. Вон Эпплджек. Все, я вижу Эпплджек. А где Пинки гуляет? Не знаю, ребята, где Пинки. Сидим спокойно. Слышь, ты, Пинки, ты что, вообще что ли? Так, где же нам найти Пинки? Смотрим вправо. Сюда. Флаттершай. По-моему, нет, Флаттершай. Ребята, ну 68! Как мало у нас сил. 2 часа ночи. Так, Флаттершай далеко. Смотрим сюда. Так, Пинки. Ну. Мы должны выиграть у них. Ребята, должны выиграть этих поняшек. Так, мы должны продержаться с вами до 6 утра, ну уже. Так, где Флаттершай? Флаттершай вот здесь. Так, все. Так, что? Я не знаю, я смотрю влево и вправо, они обе могут прийти сейчас неожиданно. Так, что? Так, Флаттершай. А, не знаю, ребята. А где Эпплджек гуляет вообще? Я вообще не успеваю а посмотреть. А Пинки где? Потому что у нас очень быстро теряется сила. Вот Флаттершай я вижу. Так, она сидит. Значит, Флаттершай придет, она может неожиданно к нам прийти. Вот Флаттершай! Ух, так, справились. Флаттершай мы успели закрыть. Так, главное искорку успеть поймать, потому что... Вон Эпплджек, я вижу.
Так, смотрим. Вот, вот, вон, видишь, уже искорка. Она подходит к нам. Ребята, 61%. Мы... 3 часа. 3 часа ночи. Осталось 3 часа продержаться. Так, Эпплджек далеко. Опять этот смех неприятный. Он так мне напоминает вот 5 ночи с эмоджи, этот смех. Помнишь, когда там смайлики смеялись? Ребята, прям вообще... И нам еще свет выключали. Да, и свет нам выключали, это точно. Так, что же делать? Ну, давайте откроем эту дверь, иначе мы очень много сил теряем. 3 часа. Так, что же делать? Так, здесь уже близко. Проверяем эту дверь, Флаттершай. Далеко. У нас просто в 3 часа искорка, видите, как неожиданно выпрыгивает. Надо прикрыть эту левую дверь. Но у нас 49. Так, все, пришла. Так, здесь ушла. Здесь смотрим. Так, искорки нет. Так, что же делать? Обычно... Помнишь, как у нас 5 ночей Фредди, во второй ночи все выскакивали неожиданно на 2 часа ночи? Да, а здесь вот на 3 часа начинается самое интересное. Так, смотрим по камерам, по камерам ищем. Нету. Так, Флаттершай нет? Ушла. Давай дверь откроем. Потому что у нас очень мало... 4 часа, ребята, 4 часа нам осталось... А, искорка! Вот видите? Вот он этот момент, когда искорка прям очень быстро к нам приходит. Если бы не успели сейчас закрыть дверь, все, проиграли бы, поняха. Так, поняшки, поняшки, поняшечки наши. Так, пони, а ну стойте там, никуда не ходите. Так, проверяем искорку. Так, стоп, никуда не ходите, все, брысь, брысь. Все спрятались, так, все, сидите там все. Так, искорка отошла, Эпплджек где? Так, все брысь в седьмую камеру. Вроде бы нету. 34! 4 утра! Ребята, мы так далеко еще никогда не заходили. 4 утра, нам осталось всего 2 часа продержаться. Мама, а мы в какой? В первой или в седьмой камере сидим? Кто? Мы. Мы сидим? А по центру мы сидим, внизу. Я просто даже сейчас тебе гляну. Мы вот там, там написано Ю по центру. Между 4-й и 2-й камерой. Так, смотрим. Искорка, я знаю, она очень неожиданно выпрыгивает. 24%? Продержимся мы или нет? Ребята, это вообще, это очень мало. Так, что же нам делать? Что же делать? Слышите? Был только что. Что это было? А, опять смеется. Только что был какой-то... Это может быть, кстати, Эпплджек смеяться. Предупреждать, что она подходит, да? Так как мы можем ее не видеть, ее смех может означать, что она подходит. 16% и 5 утра! Искорка! Как она вообще неожиданно появляется? Ну, у нас 13%! 13 и 5 утра! 12! Все, ребята, что делать? Нам продержаться 1 час осталось, ну, Валерий. Ну, посмотри, сколько ушла. Да, то если мы сейчас посмотрим, мы потеряем сил очень много. 9! 9%! 8! Что же делать, ребята? 5 утра, 5 утра. Искорка! Да что? Она не хочет уходить. 6, ну, 6%. 5%! Ребята, что делать? Что делать? Открывать дверь. 4%. 5 утра, 4%. Все, все пропало. 3%. Она смеется. 2%. Блин, что делать? 1%! Все, ребята, 1%. 0%. Да ладно, что это за музыка? Что это за музыка? Да. Неужели нам хватило времени? Неужели нам 1%? Да, ребята, мы прошли 2-ю ночь! Это просто нереально! Мы просто на последней микросекунде. Валерий, ты это видела? На микросекунде последней. Все, вы самые у нас классные, всем классного настроения, да, и хороших выходных. Пока-пока!